Приветствую вас, друзья, на канале Рыбоискатель. Мы сегодня с Папаном приехали искать рядовочку. Сегодня немножко погода сегодня, конечно, вообще. Снег был. О, Папан там что-то косит уже. Смотрите, друзья, рядовочки есть. Ха-ха. Смотрите. Ха-ха. Отлично. -3 уже было, но грибы есть. Так что пойдемте поищем вместе эти грибочки. О, смотрите, какая полянище. Сразу же. О, вот какие. Правда, они какие-то после мороза. Ну так выглядит хорошо. Смотрите, сколько. Еще. Ой, неплохая. Ну-ка, неплохая. Отлично. Смотрите, сколько грибов. Фантастика. Во. С одной поляны. Вот это да. Начинается супер грибалочка. Фу. Это фантастика, друзья. Смотрите, это рекорд из рекордов. Вот это грибище. Ну, вот так вот кажется, ну, гриб как гриб, да? А теперь давайте сравним с рукой. Рука у меня гораздо меньше. Сколько же он весит? Ух, япона, мама. 3 кг. Вот это да! Вот это гриб. Есть счастье на земле. И погода нам не страшна. Потому что у природы нет плохой погоды. Всякая природа благодать. А, и вот такие вот рядовочки. Класс вообще. Смотрите. Просто чудесно. Ой-ой-ой-ой-ой. И смотрите, сколько их еще. И вон оно. Смотрите, сколько еще здесь грибочков. Опа! А? Ножка синяя, шляпочка беленькая. Вот еще 3 штуки. Опа! А эти? Ой, они прекрасны, смотрите. Идеальные грибочки. Ой, отломилось. Смотрите, чистоган, мякоть. Этот кусочек мы тоже возьмем. А здесь, хотите, вот помоложе. Ой, а вот это, кстати, плохо. О, так это вообще шампиньон был. Смотрите. О, а это что? Кто это? Картошка или гриб, как вы думаете? Похоже на картошку, да, друзья? Так, давайте проверять, картошка все-таки или нет. Или кто это? О, вот это да! Вот это качество, смотрите. Ай-яй-яй. Красавица вообще, шляпка толстая. Вот так вот картошка, да? А так грибочек. Просто, блин. Рядовки рулят, друзья. Рядовки — это вещь. Тут, кстати, что-то... О, еще одна. Смотрите, молодая. Молодая. Обалдеть. Отлично, Папан, здорово. Здорово. Передавай привет подписчикам. Передаем. Какой привет? Рядовочный? Какой рядовочный. Смотри, ты видал? Привет. Папан, ой, ты вот эту посмотри. Это 3 кило. Все, мне хватит одного. Обалдеть. Склад готовой продукции, что ли? Да. Обалдеть. Грибами обеспечены. На зиму. Фантастика, друзья. У кого есть места такие в поле, там, где коровы гуляют, какают, там и грибы растут. Вот такие. Шикардос вообще. Рядом с этой кучей еще молодые. Смотрите, еще красавицы стоят. Опа. Отличный грибочек. Так, а этот? Ну-ка.
глянем. Ох, красавица, рядовочка. Отлично. Так, а здесь, смотрите, еще три сразу. Давайте с большой начнем. Отлично. Так, и еще две поменьше. Класс просто вообще. Рядовочки. Так, давайте их в эту кучу складывать. Вот так вот. Сейчас мы их здесь все сложим. Посмотрим, что получится с этой поляны. Получится, чувствую, отлично. Так, где-то тут еще. Ну что ж, друзья. И вот такая вот кучка получилась. С одной поляны. Во, размерище, да? Грибочки просто обалденные. Особенно вот этот, да? Зацените качество. Шляпка толстая. Ножка прям синяя. Просто блеск. Ну что, пойдемте дальше поищем. Вот туда сходим. Пан. А вот, смотрите. Прям ведьмин круг. Из рядовых. Смотрите, сколько их здесь. Вон они, вон я они. Я за ножками пришел. За ножками? Да, на них-то не цели и на ножках. Я пойду посажу в другие места. Опа-на. Пустые. Давайте посмотрим на эти рыбочки. Ой-ой-ой. Вот, мицелий туда пошел попадаться. Ну-ка. Опа-на. Опа-на. Уже полкорзины, друзья. Сейчас, чувствую, уже будет полное. Смотрите, сколько их. Грибами обеспечены. Будем теперь грибами питаться. Зачем нам мясо, да? Мясо. Вредно. Вот это уже вымокшее, но... ну? Неплохо. Отлично. А это что? Это уже все. Вот так вот. Папан. Грибник 101 уровня. Я тут тебя в прошлой серии случайно назвал 100-м уровнем. Сотый. И мне хотел уже. Обидеть, да? А мне выговор сразу, подписчики. Да. Извиняюсь, друзья. Папан 101 уровень. Вот грибной снег сейчас был, смотри, видишь? Тут как же с глазами. Тут же грибы. Грибной снег, да. Он такой мокрый. Ух. Как ты грибной. Красиво, да, друзья? Давайте заглянем. Этот грибочек. Ух ты! Какая классная, вообще супер гриб со снегом. Семью накормить. Держи, папа. Давай, а что, снег не стряхиваем? Сковороды ничего. Со снегом вкуснее. А весит сколько? Класс, давайте резь. И эти грибы с глазками из снега. Опа. О, смотри, мякоть светленькая. Хорошая, папа, держи. А, чуя. И еще один грибочек. Ну, вот это уже постарше. О. Нет, вот. Друзья, смотрите. Больше полкорзины уже. Ну что ж, друзья. И вот такой вот грибной итог. Смотрите. Просто красота. Больше полкорзины отличных грибочков. Миша, давай это. Ездим на ферму, коровам, угостим их грибами. Благодаря им грибы-то растут. Да. Там, где коровы. Коровки нам помогли. Надо угостить их-то. Так что мы, друзья, счастливы вообще. На такую полянищу попали. Буквально за 20 минут нарезали почти корзину. Грибов хватит на всех, на две семьи. Обалдеть. А жареные какие вкусные. На а со три сливками, хватит, да. Сейчас еще брату будем угощать. Так что, друзья, мы с вами прощаемся. Мы пойдем дальше. Поищем еще какие-нибудь грибочки. Так что смотрите следующие серии. Хотел сказать сериал «Грибоискатель». Что-то, ну, мы часто ездим. Получается, как сериал, да? Ладно, друзья, вам желаем крепкого здоровья. И всего самого хорошего. Хорошего настроения, самое главное. Так что до новых встреч. Пока. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Красота.
Заехали в ельничек с Папаном. И кто это? Ха-ха! Рядовочка фиолетовая. Есть еще рядовочки. Классненькие. Ха-ха-ха! Отлично. Шляпка замерзшая. Так, надо здесь походить. Такие елочки здесь. С березками.